Заработная плата бюджетных работников сразу нескольких сфер вырастет с 1 июля этого года. Таким образом, будет выполнен указ президента. Так, на 15% поднимется зарплата у всех медицинских работников, работников отрасли культуры и сотрудников архивов. На 10% будет увеличена заработная плата социальных работников. Для выполнения указов президента необходимо предусмотреть дополнительно в бюджете Вологодской области 1,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день 2 миллиарда рублей внесено в расходные статьи бюджета, 1,5 миллиарда требует дополнительного финансирования, которое мы будем просить из федерального бюджета. Определены показатели средней заработной платы по отраслям, которые должны быть достигнуты к 1 января 2018 года. К этому времени на 200% к средней заработной плате по региону должна вырасти зарплата врачей. На 100% зарплаты среднего и младшего медицинского персонала, работников культуры, социальных работников, учителей и специалистов дополнительного и дошкольного образования. Губернатор подчеркнул, несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, указы президента должны быть выполнены. Безусловно, в том числе и при поддержке федерального центра. Иван Волков, Максим Тышковец, Вологда Портал.